32-дюймовый телевизор с системой Яндекс.ТВ и голосовым помощником Алисы, как дополнение для небольшой комнаты. В этом видео мы распакуем телевизор Hyundai с индексом 32FS5005. Комплектация стандартная, съемные ножки с набором крепежа, пульт управления, батарейки и документация. Это модель с диагональю экрана 32 дюйма. Внешний размер телевизора без учета ножек 73 на 44 на 8 сантиметров, а вес 3,8 кг. Тут установлена матрица с разрешением 1366 на 768 пикселей. Яркость экрана 200 кандел на метр квадратный. Контрастность 5000 к 1. Время отклика 20 миллисекунд. Частота обновления 60 Гц. Углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали. Ножки фиксируются ближе к краям телевизора, а значит, вам понадобится тумба шириной как сам телевизор. Либо можно смонтировать TV-панель на стену посредством крепления стандарта веса с посадочным квадратом 200 на 200. Порты и разъемы выведены сзади. Часть из них смотрит вниз, часть в бок. Перечислим их. Антенные входы, два HDMI-порта, композитный видеовход, выход на наушники, оптический аудиовыход, порт USB для подключения внешних накопителей и Ethernet для подключения к локальной сети. Также имеются модули Wi-Fi и Bluetooth, плюс стереодинамики общей мощностью 10 Вт. С поддержкой технологии Dolby Digital формируется яркий и объемный звук. Под конец отметим функциональность. В дополнение к приемнику цифрового, кабельного и спутникового телевидения, данный телевизор имеет функции Smart TV на базе системы Яндекс.ТВ. Пользователю доступны 1000 фильмов и сериалов из библиотеки Яндекс, а голосовой ассистент Алиса выполнит любую команду, переключит канал, сообщит прогноз погоды, настроит таймер сна или выключения, подберет фильм для вечернего просмотра. Если же телевизор будет установлен там, где нет выхода в интернет, то можно смотреть фильмы прямо с внешнего накопителя.